для Андрія та всіх чергових. Пожалуйста. Наша заключусь. Так, после трудно сразу просто. Ты меня говорит, но я хочу сказать, что я очень рада, что творческая дружба связывает с Андреем Борисовичем у нас очень долгий период. Я всегда радуюсь его выставкам, радуюсь тому, что я вижу. И вижу то, что художник вот с каждым периодом своего творчества, он все как-то... пытаясь работать в разных манерах, все-таки остается большим живописцем. Мне это очень близко, и даже более того, я скажу, что его картины, они вот наполнены каким-то особым светом. Вот эти вот сочетания красок необычные, сюжеты. Ну, я думаю, что, конечно, лучше не говорить об этом, а смотреть. И можно только порадоваться, что Андрей Борисович пишет, много пишет, успешно работает в этой области. И радоваться тому, что человек дарит нам красоту, свет и добро. Я хочу поздравить и от Андрея Гетмана, и от себя. Порадоваться, что мы не на очередной выставке, а на юбилейной выставке. Пожелать ему здоровья, доброго здоровья и еще новых прекрасных работ. Спасибо.